Угрозу для участников дорожного движения и потенциальный ущерб для их транспортных средств представляют некоторые нерадивые водители. Они предпочитают передвигаться по дорогам региона по своим собственным правилам. Очередная видеоподборка нарушений, доказывающих это, ждет вас далее. Есть такой вид автомобилистов, которые уверены, проезжая часть существует исключительно для них, а дорожная разметка, знаки и светофоры – так, для красоты. Прискорбно, что некоторые из них занимаются перевозками пассажиров. Например, как шофер этой маршрутки. Он повернул влево без поворотника, на большой скорости, не выбрав подходящий интервал и пройдя в миллиметрах от автора ролика. Видимо, на тех, кто в салоне, водителю тоже все равно. Как и вот этому автохаму все равно на пешеходов. Переходящих дорогу людей, как и запрещающий сигнал светофора, он благополучно проигнорировал. А зачем ждать? Ведь пока перекресток пустой, нужно посильнее вдавить педаль газа в пол и отправиться по своим, безусловно, важным делам. Стоять и ждать, когда зажжется стрелка поворота? Какой смысл, когда можно всех объехать через двойную сплошную и уйти в закат? Таким поведением на дорогах Прибайкалия никого не удивишь. Правда, поражают комментарии людей вроде «никому не помешал, значит не нарушил». Пока одни думают так, а вторые ездят, соблюдая правила дорожного движения, аварии и гибель людей на дорогах неизбежны. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.